А так меня слышно? Ну, Кеша, как там меня слышно? И сейчас не слышно? Блин, ну как же нет звука? А, слышно. Так вы скажите, слышно или не слышно? Ну, одни пишут, что звук есть, другие пишут, что звука нет. Я отключил сейчас микрофон. Женя, есть звук? Окей, понятно. Как бы стрим-то будет сейчас на русском. У нас, в общем-то, хотя есть три румынских команды, но я не думаю, что они присоединятся. Спасибо, я понял, звук есть. Ладно, в общем-то, так как уже пару человек у нас есть, давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Изначально предполагалось, что, как всегда, в первый день соревнований судьи должны выйти на первое взвешивание в 5 часов вечера. Но, как я уже писал у себя в отчете, судьи предполагают, а спортсмены располагают. И уже в час дня начались звонки из-за того, что у команд есть мешки, там все мешки забиты рыбой, класть некуда и нужно срочно вешивать. Поэтому сегодня так и было, как обычный день, два взвешивания. Судьи поехали в час дня взвесили и потом уже в 5 часов стандартный был выход. Я вам скажу, я не знаю, как бы будет ли продолжаться все так, как оно продолжается сегодня. Очень бы хотелось, потому что начало было очень впечатляющее, как на мой взгляд, учитывая, что все очень боялись, что будет много мелкой рыбы и не будет зачетников, как это было на кубке. В общем-то, я тоже сильно этого боялся, но я сейчас, глядя на средний вес по таблице, средний вес сейчас это 2 килограмма 157 грамм, что, в общем-то, вполне достойно для Кенерата. И очень, как бы, я смотрю, много и четверок. Ну, как бы, пятерок особо там нет, как бы, кроме одной. Но все равно... А, нет, подожди, почему нет? Почему нет? У нас были из крупной рыбы, у нас были пятерки, четверки, ну и трешки. Да. Ну, в принципе, вполне очень даже достойно. Можно сказать, что закончили день, хотя, опять же, мы его еще не закончили. Еще есть большой шанс, что может это дело и продлиться. Мы знаем, такое бывало. Закончили день с общим количеством 61 карп и общим весом 131 600, то есть почти 132 килограмма. Фактически в первый день из 19 команд 4 остались с нулем. На мой взгляд, странно, как бы, потому что некоторые команды стоят совсем рядом с другими, которые очень даже неплохо ловят. Ну, скажем так, команда Дельта, например, меня не сильно удивляет, что она стоит рядом с теми, кто сейчас на первой строке таблицы, и она с нулем, а их соседи на первом месте. Но как бы есть пару команд, которые мне казалось, что они выстрелят вместе с остальными. Ну, видно, что-то там мешает пока. Те, кто видел таблицу, которую я выставлял на Фейсбуке, на форуме и в некоторых чатах, видели, что у нас первое место у команды Бинго. Это Влад Веруткин, это Курбатов Сергей и Фрид Юлий, которые стоят в шестом секторе, то есть это зона Халукин Лунном Курси. Они сегодня поймали 10 карпов, 24 килограмма наплющили. Второе место это карасики, Костя Херсонский, Сашка Юкилис и Милинкис Костя. Это уже зона С, как бы у нас считается. Мы очень хитро разделили на самом деле, учитывая, что очень сложно было делить на зоны. Но надо было как-то с Амнуном поступать, потому что Амнун вообще выпадает у нас, получается, все у нас сектора на западе, а этот на севере. Поэтому мы так решили, чтобы приблизительно поровну поделить. Поделили, что Халукин Лунном Курси это зона А,
Потом зона Б это часть Цейлона, то есть Цейлон и часть, ну, как бы часть Голан и Дугит, кусок. И начиная фактически с 16 сектора и до конца, до Амнуна, это уже пошла зона С. Ну, так проще, потому что у нас по-любому есть кубки за места в зонах, в трех. Поэтому раз они уже есть, но давайте их, что называется, используем. В среднем, смотрите, как бы по большому счету, есть две команды, ну как бы я сказал, четыре команды без рыбы, есть две команды, которые есть по одной рыбе. Но в основном это вот 2, 3, 5, 8, 6 и так далее рыб. Так что я считаю, что очень даже неплохо команды работают. Был период после 5 часов, когда был достаточно сильный прибой. И причем самое интересное, что там, где я нахожусь, ну у меня такое место еще достаточно закрытое. В этом месте, ну у меня вообще не было никаких порывов ветра, даже сквозняка. У меня открыты оба окна, я открывал двери, все равно сквозняка не было. А у них, я просто посмотрел на фотографии, там реально штормило. То есть как бы волна была очень хорошая, хотя так вот с виду не скажешь. Поэтому была даже ситуация, когда команда Big Carp в срочном порядке вызывала судей, потому что у них была рыба, которую как бы все время выкидывала эту рыбу на берег. Поэтому они очень сильно просили, чтобы судьи пришли к ним. На их счастье, как раз судейская бригада взвешивала берег. Это зона Б, 15 сектор. Поэтому они быстро закончили с другой командой и пришли и взвесили, в общем-то, команду Big Carp. Погода была замечательная, днем было очень жарко, ну как очень, 25 градусов, реально жарко было, солнце достаточно припекало, вечером, как всегда, здесь сильно резко холодает, ну, не знаю, может быть это везде так, но здесь это очень сильно ощущается, причем это происходит очень быстро, буквально за какой-то час у тебя температура там с плюс 20 падает там, сразу там, не знаю, до 15-16. А то, что обещают, я так понимаю, начиная со вторника, прогнозы, конечно, удручающие, но ждем, они меняются все равно каждый день. Каждый день что-то новое появляется или исчезает. И там обещают по ощущениям температуру до 5 градусов тепла. То есть, как бы реально в том же Вингуру эти температуры, эти дни, точнее, отмечены у них как экстремальные, потому что все складывается вместе. Очень сильный ветер, там до 60 км в час порывы, дождь, ну и плюс вот очень резкое похолодание. Причем днем обещают температуру не выше, чем 11-12 градусов. Ну то есть как бы это очень холодно. Интересно, как себя поведет рыба, потому что после таких вот теплых дней, там фактически 2 недели солнца и жары, вода сильно прогрелась, и тут резкое похолодание сейчас пойдет. Посмотрим, что будет. Вполне возможно, что какая-то часть секторов, которые сейчас ловят, перестанет ловить, и другие, кто стоит на других глубинах, вдруг начнут ловить. Ну, посмотрим. Я знаю, что, ну, по крайней мере, прошлый год, конечно, это был, он выпал из стандартных наших соревнований очень сильно, но обычно в такую погоду достаточно неплохо клюет. Я просто помню, как судьи бегали и пытались взвешивать рыбу на ветру, когда невозможно зафиксировать этот мешок с рыбой, потому что его болтает ветром. Там пытались и в палатках взвешивать, и где только могли. Но посмотрим. У нас осталось фактически один день до смены погоды. Пока рыба достаточно активна, мы это видим. И днем очень хорошо видно, как она гуляет и прыгает. У нас с точки зрения судейства все готово. Судьи укрепили лагерь, сделали его в виде крепости, как бы поставили палатки кругом, сверху накрыли все тентами. Короче, завтра начнут обтягивать лагерь брезентом и всяким прочим, для того, чтобы его закрыть от ветра и дождя. Так что будем надеяться, выживем. Ну, у меня-то тут вообще, у меня как бы VIP условия, у меня
отдельная комната, как всегда. В общем-то, места тут полно. Хватает и на столы, и на кровать, и на всякое другое там имущество. И замечательно, никто не мешает. Никого здесь рядом нет. Единственное, что приходится ходить в главный судейский лагерь, это 70 метров пешком. Кошмар какой. Мне предлагали ездить на машине, но я сказал: ребята, вы издеваетесь, что ли? На машине я буду 70 метров ехать. У нас как бы очень теплый коллектив судейский. Ну, в общем-то, ну не знаю, мне так кажется, что за годы сформировался какой-то такой костяк судейский, который основной, который как бы вот на которых все держится. Вот один из них, я вижу, сейчас у нас в эфире тоже смотрит, это Илюша. Привет, Илья. Это те люди, на которых можно 100% положиться. Майя выполняет свою работу как главный судья сейчас на 200%. Судьи ходят, что называется, строем, равняясь мирно. Но с ними так и надо. У нас есть шикарный повар. Саша Зайдинер, он же мент. Я не знаю, на сколько килограмм я поправлюсь за эти 5 дней, если честно. Але шалом веним русит, они мистер карега за стрим урак бе русит. Улай они ясэдзе типа это армухар, кама милим они гид гам бе еврит. זה לנראה שם פלורין ואולי עוד מישהו יש אז פשוט אני מסתר אי אפשר לדבר בשתי שפות בו זמנית короче, Сашка нас кормит на убой. Сейчас вот только что был шикарный плов на баранине. В обед был борщ настоящий. Короче, пипец. Я не знаю. Едешь туда похудеть и в итоге поправляешься. В общем-то, мы готовы к дальнейшим испытаниям. У нас полностью все закрыты вопросы с пляжами, с администрацией. Машины судейские внесены в базу данных пляжей. По идее, должны выезжать и объезжать автоматически. Ворота должны открываться. Но, правда, сегодня была эта странная проблема, которую сейчас пытаются решить. Это то, что почему-то система срабатывала только в одну сторону. То есть на заезд ворота открывались, а при попытке выехать они фиг вам. Ну, с этим тоже нет проблем, потому что у нас есть так называемые телефоны для срочной связи. Это телефоны, которые находятся 24 часа в сутки, работают. И кто бы ни менялся на пляже из работников, они автоматом этот телефон получают из рук предыдущих. Поэтому, если нужно выехать, никакой проблем нет. Набирается номер, мы говорим, что судьи стоят возле ворот. Он в камеру, там видеокамера стоит, он все это видит, открывает ворота и все. Единственное, что я как бы просил, чтобы исправили эту ошибку. Ну неохота просто дергать людей. Люди очень приятные. Сегодня вот я с работниками пляжа, и тут их, наверное, человек 7. Провел тоже много времени, мы общались, они восторгаются, восхищаются вообще всем нашим этим делом. И соревнованиями, о том, как мы это делаем. То есть они вообще такие прямо вот. Чем из них оказался один рыбак, но, правда, не карпятник. Ну как, он иногда балуется карповой рыбалкой, но в основном это спиннинг и морская. Вот. И он там тоже. И мы, как у нас всегда это принято, мы подарили им всем фирменные наши футболки соревнований. В этом году, кстати, мы заказали футболки с длинным рукавом. Это был первый раз за 12 лет, что мы это сделали. И, как сказали, это намного лучше. Тем более, учитывая, что сейчас зима, и футболка с длинным рукавом, она более актуальна, чем драйфит, обычный летний вариант. Вот. Кроме всего, кроме того, мы заказали... сейчас я вам покажу. Одну секунду, если я ее сейчас найду. Нет, наверное, не найду, потому что они далеко. Хотя я уже, в принципе, не привязан к микрофону, который все равно здесь почему-то не срабатывает на этом дурацком телефоне. Сейчас, одну секунду. Нет. Я забыл то, что я эти кружки я принес как раз для работников пляжей.
Я вам покажу кружку с кубка. Она, они, в общем-то, немножко похожи. Вот такая вот кружка. Плюс-минус она похожа на ту, которая сейчас будет. Только надпись будет другая. Будет надпись «Галилейский карп». Вот. Ну и фотография немножко другая. Насколько я понял, людям эта идея с кружками понравилась. И лично я тоже дома пользуюсь такой. Уже как бы без нее даже тяжело представить себе чашку кофе. В общем-то все, день подошел к концу. Судьи поужинали. Часть судей, как бы у нас обычно два человека дежурных, они готовы на выезд в любое время. То есть если ночью вдруг какая-то из команд поймает Big Fish. Для тех, кто не знает, по правилам соревнований, ночью судей можно вызвать только в двух случаях, даже в трех. Первый случай, если у вас рыба весом более 8 килограмм. Вторая ситуация, у нас по правилам у команды должно быть 6 карповых мешков. Вот у вас 6 мешков заполнены полностью рыбой, и больше класть ее некуда, вы можете вызвать судью. И третья ситуация, когда начинается сильная волна, именно на карп, на берег. И просто есть сектора, где невозможно далеко занести мешки с рыбой. Потому что глубина большая, и ты делаешь два шага, и ты уже падаешь как бы по шею. А по правилам можно заносить мешки на глубину не более, чтобы тебе было не больше, чем по пояс. А в такой ситуации, как бы, если ты не можешь отнести мешок далеко от берега, его очень быстро выкидывают. Выкидывают на берег, рыба бьется, соответственно, никто не хочет, чтобы она погибла. Поэтому в такой ситуации, это, что называется, чрезвычайная ситуация, когда команда звонит главному судье, и главный судья решает, что делать дальше. Кеша вот, ну, как бы не даст соврать. В таких ситуациях старался судей вообще не трогать. Он сам брал весы, папку, треногу и ехал к команде. Сейчас как бы... Привет с Украины, да, привет. Сейчас у нас главный судья Майя. Я не знаю, как она будет поступать. В принципе, у нас есть достаточно крепкие молодые парни, не пьющие, которые готовы ночью встать и поехать, если это будет нужно. Так что я скажу честно, с одной стороны, мне жалко людей, с другой стороны, мне также очень бы хотелось, чтобы ночью нас разбудили, потому что кто-то поймал карпа за 12 килограмм, не знаю, за 10. Потому что это сразу радует всех. И уже тогда вот эти вот проблемы с бодрствованием, они уже никак не мешают. По поводу дальнейших стримов. В прошлом году я делал стримы из секторов всех команд. Я не знаю, смогу ли я сделать в этом году. Потому что, как вы понимаете, из-за прогноза погоды... Привет, Игорёш. Ну, очень сложно делать реально прямой эфир под ливневым дождем с ураганным ветром. Вот, поэтому посмотрим. Я завтра попытаюсь пройтись хотя бы по части секторов. Ну, самое мне удобнее, конечно, ближайшая зона — это зона Б и часть зоны С. Это у нас на дуге. Посмотрим, может быть, смогу пройти. А вот что будет послезавтра, ну, я уже реально не знаю, как она будет. Будем смотреть. Ну, по крайней мере, вечерние стримы, вот стандартное время, я заранее говорю, в 10 часов по израильскому времени, естественно, я буду стараться выходить в эфир. Я буду давать анонс на Фейсбуке о том, что я там через полчаса буду выходить. Я уже говорил в своих предыдущих записях, я пытался сделать прямые эфиры через компьютер. Потому что компьютер позволяет делать намного больше. Я могу, например, во время стрима показывать таблицы, могу показать фотографии, чего я не могу делать на телефоне, это очень неудобно. Вот. Но оказывается, что здесь очень плохая связь, очень плохой интернет. И когда компьютер работает через Wi-Fi, который раздается телефоном, который сам по себе связан с плохим интернетом, получается затык. Стримы падают. Да, Сема, все лучше впереди, это точно. Или спереди. У кого как. Просто прерывается. Я так замордовался вчера, что
сколько там, я уже не помню, было продолжений, по-моему, 5 продолжений одного и того же стрима. А тот, что было на открытии, это вообще был кошмар, тихий ужас. Ой, вот, ну, причем самое смешное, что я когда готовил тот стрим на открытие в офисе здесь, все было нормально, все было хорошо. Ну, как всегда, на месте все оказалось намного сложнее и, в общем-то, очень плохо работало. Каждый там буквально пару минут я видел сообщение о том, что потеряна связь с интернетом. Попробуйте позже. Ну, короче. Вот. Причем, что если это делать с телефона, то такой проблемы нет по причине, причем простой. Потому что резолюция камеры на телефоне и качество изображения, которое передает телефон, оно намного-намного ниже, чем может делать компьютер. Соответственно, ему требуется намного меньше трафика, и он менее требователен к всяким падениям связи. Вот. Но, как я уже говорил, YouTube не разрешает делать прямые стримы с телефонов, если у вас меньше 1000 подписчиков. Как бы у нашего клуба их всего 200, поэтому прямые эфиры можно делать на YouTube только с компьютера, не с телефона. А с компьютером не работает. Вот, значит, завтра, я не знаю, днем, Андрюша, я соревнования, смотрите на Фейсбуке мои отчеты, я постоянно публикую информацию, я сейчас вот закончу стрим, у меня там есть пару десятков фотографий, которые я загружу. Таблицы уже там. В общем-то, ну еще пару слов, может, я там напишу, как бы, хотя особо после этого писать нечего было. Судьи вернулись, протоколы внесли, все закончилось. Вот. Завтра посмотрим. Я в течение дня, как я говорил, попытаюсь сделать пару эфиров из секторов. Вот. Вечером в 10, опять же, выйду с новостями соревнований. Расскажу, как прошел день, что было интересного. Да, сети уже, кстати, стоят, чтобы не сомневались, как всегда, они уже, вот я их даже отсюда вижу из своего домика, горят огоньки на воде сетей, но пока никто не жаловался, и 100%, как только начнется ветер, их больше уже не будет, до, наверное, до конца соревнований, это уже проверено, они в волну и ветер они не выходят, то есть, как бы, тоже есть свой плюс в плохой погоде, ну и плюс плохая погода разгоняет отдыхающих. Хотя я не могу сказать, что люди здесь, у наших спортсменов, очень сильно страдают от любителей, которым пытаются им помешать. Нет. Большинство конфликтов, в кавычках, решаются очень мирно. То есть люди с пониманием относятся к тому, что происходит. Подходят, спрашивают, интересуются, как бы понимают, им объясняют, что вот соревнования, такая вещь. И люди говорят, ну, хорошо, ладно. Переходят в другое место. Тем более, что мы очень много оставили свободных мест, дырок. Весь западный берег фактически полностью, как бы нас там нет просто. Запад, северо-запад, как бы, поэтому мы там никому не мешаем. И здесь тоже те, кто сюда доезжают, не так их много, они находят место без проблем. Так что, ребята, кто хочет порыбачить, можно приехать и можно найти место. Андрею отвечаю насчет претендентов в сборную. Ну вот, на данный момент, скажем, Саша Юкелис и Херсонский Костя пока второе место за сегодняшний день. Но мы же прекрасно понимаем, это сегодня первый день. Что будет дальше, неизвестно. Команда Вильсонов пока 9-е место. Тоже как бы кандидаты. Там Джеты. Ну, Джеты они не кандидаты, по-моему, в сборную. Они не записывались, но Аса вот сейчас 4-е место. Так что пока ничего. Как оно будет дальше, смотрим. Но я верю в команды. Здесь слабых команд очень мало. Как бы, может быть, и вообще даже как нет. Ну, ладно, скажем, команда Дельта. Ладно, команда Дельта. Вот. У них большая Дельта, поэтому у них не всегда получается хорошо. Что-то еще было сегодня нового, интересного? Нет, в принципе, нет. Вчера вечером за дверью моего домика тусовалась
стая шакалов. Наверное, пытались меня сожрать, но не смогли. Дверь была закрыта. Ну, повыли там прямо у меня за дверью. Вот. Все, давайте будем заканчивать. Было приятно вас всех видеть в онлайне. Как говорится, если что надо, шлите факсы. А лучше баксы. Всем спокойной ночи. Нам и командам неспокойной ночи. Ждите дальнейших эфиров, продолжения. Всем спасибо большое. До свидания.